сейчас буду разделывать яйца и буду его готовить в соусе. Вчера я его добыл, также его обшкурял, вымыл, вычистил. Как бы такое, получается, мясо чистое, крови нету. Он мне, получается, висел целые сутки. И вся кровь, в принципе, получается, стекла, не вымачивала его. Сейчас я его буду разделывать, этого зайца, и уже буду готовить в соусе. Покажу, что дальше будет у меня получаться, что я буду делать. На данный момент он так вот выглядит. Так, разобрал я уже зайца, вырезал где такие довольно два больших куска вырезки со спины. Тут передняя лопатка, тоже такая довольно немаленькая. Задний окорок такой довольно хороший. Ну, сейчас буду готовить, сейчас также порежу и буду обжаривать. Ну, думаю, сейчас приготовлю пол зайца и в другой раз приготовлю еще. Ну, посмотрим, что из этого у нас получится. Мясо так, в принципе, довольно много получается с одного зайца. Это бедро заячье. Вот на такие кусочки. Также тут вырезка. Лопатку тоже тут отделил. Вот лопатка. И с лопатки тоже так все срезал. В принципе, получается одно прямое мясо. Вот такими небольшими кусочками. Сейчас я это буду маленько обжаривать. И вот пока мы все так.